Много лет нам говорили то, что типа путинская стабильность основана только на ценах на нефти. Так и оказалось, по большому счету, то, что теперь у нас, блядь, полная залупа, и вы можете сколько угодно смеяться над санкциями и кричать, что да мы и без, блядь, гнилого сыра проживем этого американского, но, грубо говоря, если это было смешно 3 месяца назад, когда санкции начинали вводиться, то сейчас мне не смешно, потому что